Re, viss ēters ir te! Добрый вечер! Последний рабочий день в Латвии становится переменная облачность. Осадки в виде снега прогнозируются в ночные часы в некоторых центральных городах и на востоке Латвии. Днем снег будет идти в районе Даугавпилса. Температура воздуха предстоящей ночи составит от 0 до минус 6 градусов. Во второй половине дня также. Порывистый ветер завтра стихнет на большей части страны. Только на Кожземском побережье порывами до 12 метров в секунду. Теперь о погоде в столице. В Риге завтра ожидается от минус 3 до плюс 1 градуса. Северо-западный ветер завтра будет слабым. Ночью здесь ожидается снег, но уже к утру он закончится и небо прояснится. Витинский тип погоды – третий неблагоприятный. О погоде на этом у меня все. Хорошего вечера и до свидания.